Благоустройство парка в 6-м микрорайоне города Видное наконец начинается. Обилие снега, а затем его активное таяние прежде не давало подрядчику возможности вплотную заняться работами по реализации губернаторского проекта «Леса Подмосковья». Весна вступила в свои права, земля подсохла, строители вышли на объект. Совсем скоро здесь все изменится. При этом лес сохранит свою индивидуальность, природу, деревья, о которых так заботятся местные жители. Видновский парк – вот новое название леса на Ольховой. По запросу жителей разработан концептуально другой проект реализации благоустройства. В частности, почему-то, на мой взгляд, хорошая идея, связанная со стадионом в центре этого парка, не понравилась. Мы ее убрали в новой концепции. Значит, дальше очень хорошая история, связанная была с разработкой особо охраняемой природной территории. Это было дано поручение на одном из совещаний, и проектировщик, который у нас победитель, он это дело все учел, и все тропиночные сети, которые прогулочные, они прошли как раз не затрагивая вот эту флору, фауну, которая была отражена в этом экологическом проекте. Финансирование проекта полностью сформировано. Большая часть средств выделена из регионального бюджета. Деньги на благоустройство предоставил и муниципалитет. Уже известно, что здесь появится освещение, лыжная трасса, зона катания на тюбингах и новая детская площадка. Здесь мы привыкли, здесь детки всегда гуляют, здесь тихо. Птички поют, солнышко, и в тишине, в природе мы здесь отдыхаем. В целом неплохо. Можно было бы сделать освещение, засыпать дорожки, чтобы можно было кататься на самокатах, на велосипедах. По поручению первого заместителя главы администрации округа Альберта Гравина, старт работ знаменует субботник, который состоится 22 апреля. Вместе с жителями на уборку территории должны выйти сотрудники подрядной организации. Сроки окончания работ четко обозначены. Это ноябрь 2023 года. Посещать же парк и пользоваться готовыми объектами жители смогут с сентября. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.